красным, белым и синим. Свет в небеса. С нами вместе Россия. Голосуем за. И всей планете сказать об этом. Нижний Новгород стал 103-м городом России, принимающим эстафету Олимпийского огня на своей гостеприимной земле. Протяженность эстафеты составила рекордные 84 километра. Маршрут был проложен таким образом, чтобы как можно больше нижегородцев смогли вживую увидеть Олимпийский огонь. Число 420 человек, которым выпала честь нести олимпийский факел в Нижнем Новгороде, вошли двое представителей биохимического холдинга «Оргхим». Генеральный директор Николай Владимирович Ходов и заместитель финансового директора Ирина Николаевна Касьян. Приятной неожиданностью оказалось то, что при распределении участников на дистанции сотрудники оказались рядом и передавали огонь друг другу. Вместе можно многого добиться. Совершенно не ожидал тех чувств, которые у меня будут внутри, когда мне такой передали. И когда я пытался в него посмотреть, когда я его нес, а снизу он очень виден, то, что голубое пламя и вот этого желтого. Это очень ответственное мероприятие, это очень большой праздник для города. И очень приятно смотреть, что у нас достаточно большой город. На самом деле очень хочется себя чувствовать частичкой этого олимпийского события. Я хочу, чтобы все мы понимали, что это наша Олимпиада, что она будет. Без травм, чтобы все кто планировал участвовать в этих олимпийских играх, они бы не получили никакие травмы, не нужны, чтобы пришли, вышли на старт, пробежали, а дальше она, удача, она сработает так, как нужно. Кому нужна медаль, он ее получит.